на полицию. Пора побежала сюда. А такой вот самолет огромный. Ты, Таня, сюда кофту положили, да? Да. Вот аэропорт города Анталии. Ну, сейчас тут бежит. Уронила шапочку. Пика! Пика! Здесь обменник. Сейчас получим багаж и поедем к своему автобусу. Встретили. Детям дали вот такие шарики, подарили. Сейчас идем к своему автобусу. Сейчас можно
он идет за чемоданом. Помочь своей жене. А дед уже убежал вперед. Видимо, сел уже. Нет, он не сел. Едем в автобусе по нашему отелю. Нам дали вот такие вот такой бурлик. Всем доброе утро. Меня зовут Марк. Я вас буду сопровождать. Сейчас прошу вас записать важную информацию для вас. Это инфо-встреча с гидом. Гид? Запишите в телефоне, либо на листочке, как вам удобно. Давай. Что записывать? Тихо. Так, готовы? Отель Sherwood Breezes. Ага. Ваша инфовстреча будет завтра в 14.00. Гида зовут Айдын. Айдын? Да. Отель Клуб Мега Сарай. Ваша встреча будет завтра в 15.30. Отельного гида зовут Расим. Расим? Да. На инфовстречу с собой возьмите паспорта, ваучер, страховку. И главное, это обратные авиабилеты. Для чего это нужно? Для того, чтобы гид переписал данные обратно вылета. Он организует вам трансфер в аэропорт, также будет сообщать вам об изменениях, которые произойдут. Например, либо перенесут рейс, либо его задержат. Мы с ним встретимся на ресепшене, да? Да, гиды будут ждать вас на ресепшене в холле отеля. У них будет такая же форма, как и на мне. Также гиды на инфострече расскажут вам об отеле, об экскурсиях, которые вы сможете посетить. Также он ответит на ваши вопросы, которые к тому времени накопятся. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы ко мне, обращайтесь, сразу все отвечу. Прибыли в отель Club Mega Sarai. 5 звезд. Ну, здесь вот прохладненько. И классно, разумеется. Цветочками. Вот это вот отель. Можете пока оставить свой чемодан. Здесь вот Россия. Россия. Верну деньги. Там? На мелких денег нету.